Всем привет, с вами Алексей. 18 октября 2021. Прес посылки на новую почту. Вот, вытащил сиденье. Все, загрузил. Чья-то посылочка. Значит, ну, по внешнему виду, я думаю, видно. Здесь посылки небольшие, там по 10, по 20 саженцев. Тырсы минимальное количество. Видно, что здесь и корень хороший. И сами по себе они не маленькие, скажем так. То есть в этом году, ну, понятное дело, что весь саженец разный, там по трапезунду, если вдруг саженец не маленький, а небольшой, не переживайте, пожалуйста, потому что с ним все будет хорошо, приняты все меры для его максимальной жизнеспособности. Поэтому по трапу, если вы еще приложите со своей стороны усилия, все будет хорошо. Так, ну, по другим, двухлетки крупные. По шедевру хорошая ситуация. В общем, ну, саженец в этом году хороший, откровенно маленький. Значит, откровенно маленький, если вы находите в своей посылке откровенно маленькие саженцы, это подарочные саженцы неудавшегося там Боровской, Пирожок, Лазовской. То есть, если вы видите, допустим, два саженца, вы заказывали Боровской, Лазовской, значит, один из них Боровской, один Лазовской. Не подписывали, потому что они мелкие. Это подарочный вариант. И, ну, к сожалению, то, что было, я подарил. Поэтому не подписано, ничего страшного. Вы легко потом отличите Боровской от Лазовского. Если они выживут, там надо применить к ним технологию определенную, то есть, возможно, просто закутать соломой на зиму. Так, хорошо. Либо землей. Даже землей можно, а весной раскопать. Это, наверное, даже еще лучше будет. Вот. То есть землицей такой замотали все. Теперь самое главное, что хотел бы рассказать. Значит, еще эти посылки сейчас встречам. Все полностью замотают новая почта. Это ее требования. Требования только на грузовое отделение. Так, разобрались. Потом самое главное. Значит, смотрите, тырса здесь не огромное количество. Тырса влажная, корни растений, потихонечку все это пропитывается, впитывается, пьют. Поэтому долго хранить эту посылку не надо. Что нельзя делать? Значит, посылка должна храниться при температуре не ниже, чем 0. Да? То есть, либо там на утепленном балконе, если нет возможности сразу посадить. Лучше сразу посадить. Перед посадкой можно не вымывать корни ни в коем случае. Растения не надо мыть, а просто можно аккуратненько в водичке подержать часа 4. Это не обязательно, но можно сделать. И потом так, вы распаковываете аккуратненько посылку, вам еще останется прекрасный мешок. И вот здесь, вот где заканчиваются корни, потом веревкой и в лежачем положении вот так она должна храниться, для того, чтобы меньше было испарений. И просто следите за тем, чтобы корни были у вас постоянно влажные. Все, это ваша задача. То есть верх у вас приоткрыт, дышит, здесь у вас влажно. Таким образом можно хранить будет посылку достаточно долгое время. Но я этого делать не советую, потому что саженец для чего вы получили? Для того, чтобы его посадить. Все, пожалуйста, применяйте эти рекомендации. Все остальное в моем видео, которое называется «От А до Я», там вся подробная информация, и, пожалуйста, сделайте все, потому что мы со своей стороны постарались и сделали, чтобы все было хорошо. Повторюсь, саженец абсолютно неплохой, в этом году саженец значительно лучше, чем в прошлом. Все, всем спасибо огромное, кто смотрел. Пожалуйста, выполните эти простые рекомендации, я очень на это надеюсь, потому что, ну, реально мне хочется, чтобы у вас все получилось. И я буду тоже очень доволен. Всем спасибо огромное. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока. Ждите ваши посылочки. Кто не оплатил, оплачивайте.